Так, мы всей дружной компанией идем в кошачий дом. Ум, ты уже... Ты кого, Шпику ждешь? Шпик. Ты не обращаешь внимания сегодня на него? Да, тут Пума. Она тут живет. Ну, он зовет вас в гости. Зачем? Ну, Шпику он хочет съесть, с тобой поиграть. Но к нему в гости ходить не надо. А Шпика сегодня как будто не обращает внимания. То нос сует ему. Проходи, проходи вперед. Кушает снег. Шпика кушает снег? Да. Угу. Шпика может кушать. Где Микки, покажи мне. Вот там кусок лям. Вон там прям? Ну-ка покажи, пойдем. Проходи. Шпика, где? Шпика. Ну давайте, мне сейчас саранча замерзнет для енотов, я обещала им. Что там, Микки? Да, вот это моя ля. Здесь коты уже гуляют, одна комната у них закрыта. Вот я. Ты мне даешь? А, то есть мне не половина, а часть? Я. Ну ладно. Так, как и обещала, правда, в этот раз 50 штук. Чуть-чуть сейчас дам Тирекс Фуд Марго. Недовольна Руфуса, что он знает, что ему не достанется саранча. Видите, насколько недовольный? Аж нахмурился весь. Скажи, снег там, даже не выйти не хочется, да? Так, ну, а вы довольны, да? Давайте. Кто первый? Оп, оп, оп. О, смотрите, ради этого ко мне подошла даже Марго, которая, когда я крыс даю, не подходит, а ради этого... На свою любимую саранчушку. Держи. Оп. Она ее прям вот ест с концами. Значит, барханная кошка. Эти, конечно, сейчас все будут просто играть. Все это затеивается ради Маргоши и мяты. Потому что все-таки для барханных кошек это естественный их рацион. Ты типа меня не видишь, не слышишь? А вот так. Понятно. Ладно, съела уже? Ну давай еще. Ловишь? Оп. Вот для кошек удовольствие. Сдвинула ковер, потому что они кушали, чтобы не запачкать все там крысами. Я задвигаю его, потом раздвигаю обратно. Да. Представляете? Даже Марго ко мне ради саранчи, она готова продаться и подойти. Ради мяса не подходит ко мне. А тут что-то такое. Они, кажется, сыты, они сейчас поели. Давайте я здесь чуть-чуть еще вот так. И пойду енотам еще подложу. Так. Свинья, вот ты что зашла? Кстати, со свиньей у меня енот еще не знаком. Давайте им просто коробку поставим. Разбирается. Смотрите. Так, Шпика с енотами знакомится первый раз. Решила пока не связываться, говорит, какие-то бандиты. В городе знает, за что браться. Они, я им оставила просто коробку, они прыгают. Бобр! Грызет мою дверь! Кто грызет мою дверь? Сейчас тебя тоже выпущу. Да. Просто бобр тоже с енотами. Ну, я просто решила их не знакомить, потому что у бобра есть неприятный опыт с енотом. Он жил же у Маши. А у Маши есть енот. И енот его постоянно хватал. И он не очень это любил. Да, прыгать умеет. Вот тут тоже есть. Вот тоже ловит Пикачу. Все. Ну, охота. Охота на саранчу. Только грызет. Да что ж такое-то? Выходи, выходи. Что ты грызешь? Ну что это такое? Что это такое? Иди. Ты знаком вроде был
с енотами. Иди, Каш, можешь еще раз познакомиться. Грызь ты дверь зачем сразу? Да. Так, Шпика, что-то довольная? У нас сегодня тусыч, походу. Очень веселый. Еноты тут ловят. Еноты вообще просто для них сегодня пир на весь мир. Не знала я вот до прошлого раза, когда для вас снимала, что они прям настолько захотят саранчу. Раньше они прям настолько к ней не лезли. А тут прям вообще какая-то любовь. Ну. Так, а где бобр? Бобр пошел что-то еще грызть. Бобр тут, да? Нет, туда мы не выходим. Давай, я сейчас енотов покажу, как там. Все, у нас сегодня какой-то первый, кстати говоря, совместный такой тусыч будет. И бобры, и еноты, и все. Саранча, как говорится, объединяет. Ну, свинья как-то спокойно на енотов отреагировала. Даже не стала на них бычить, хотя она готова, она периодически бычит. Пытается себя построить. Сейчас посмотрим, как с енотами. Так, бобр уже наверх пошел. Сейчас мне придется наверх переместиться, чтобы он мне там все не сгрыз. Кажется, мне не хватает еще пары глаз. На втором этаже. Алиса, иди проследи за бобром, чтобы он там ничего не грыз. Почему? Ну, чтобы он ничего не сгрыз. Почему? Злата, там тоже саранчу едят. Мы едим дома. Да, 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 потому что это наш дом, и надо его выгрызть. Иди проследи за бобром. Да. Так, ну что, вы справились? У нас какой-то сегодня прям этот, первый такой. Ну, я говорю, за всеми следить надо. Прям такой общий тусыч. Так, все там нормально, Алиса? Бобр ничего не грызет, бобр? Да. Что-то тут все бегают, бегают, бегают. Бобр. Ты деловой бобр? Ой, ты на ручки хочешь. Иди, если хочешь, иди, иди. На ручки, бобр. Захотел на ручки, бобр. И я тебя люблю, и я. Ой. Просился на ручки бобр захотел. Ты мой мальчик. Это пятигречка. Моя кошка гречка пяти. Твоя кошка девочка, а это мальчик? Да. Тун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Алис, следи, чтобы бобр ничего не сгрыз. Я пойду проверю, что там внизу. Мне не хватает немножко глаз, чтобы всех проконтролировать. Так, кто у нас тут? Свинья. Здравствуйте, мадемуазель. Кот. Енота. Енот, давайте не в этот раз. У меня действительно глаз не хватает, чтобы вас еще выпустить. Давайте вы в следующий раз, когда кто-нибудь вот у нас приедут, будет выставка, будут гости. И я всех вас разом выпущу, чтобы было много глаз. Со свиньей познакомились, на сегодня хватит. Да, давай, свинья, выходи, все. Еноты в следующий раз, чтобы все вместе. Пусть. Могу только Тимофея взять, да немало слежки. Тим, хочешь, пойдем с нами? Так, немножко облегчилась ситуация, оставила одного Тимофея. Ты смотришь, следишь? Да. Ничего не грызет? Да. Фрост, там что-то из-под контроля вышло? Что вы тут сцепились-то, а? Хрюкаете, я слышу. Я слышу хрюки. Так, пойдемте все наверх. Шпик, пойдем наверх, чтобы я понимала, где кто, где что, потому что свинья не с бобром, не с енотом, не енот. С бобром еще на прямом контакте таком не были, поэтому надо следить. Ты чего? Мама, я... Так, бобр с тобой играет, да? Да. Ну, отлично. Коты вообще очень странно на бобра реагируют. Они как-то вот прям нравится им запах его. Они с хвостом всего постоянно играют. Вижу, вижу. Оп-оп-оп, пришел ко мне бобр. Играется, играется тоже. Какой закат у нас красивый. Боже мой, что за романтик. Зачем? Я поняла, что вам всем эта ваза не нравится, но мне нравится. Можно ее не сбрасывать? Пожалуйста. Вот так оставить ее на месте можно? Кажется, кот и бобр пытаются найти какой-то общий язык. Я даже сейчас не зажигаю камин, вообще пришла, хотела камин даже с ребенком здесь потусить. Но что-то вылезло столько животных, что я боюсь немножко огонь разводить.
Особенно, когда так много ходит вдоль окна. Кстати, есть ли тут мастера? Что нужно придумать? Какие занавески, если ты хочешь какую-нибудь тюль? Ну, просто видите форму окна. Как это сделать? Чтобы это работало. О, в эту компанию добавился енот. Да, тебя-то тут не хватало, не хватало. Определенно. Вы не поверите, он только что пытался грызть окно. Ну, только чуть-чуть следов. Зачем тебе окно? Мура, привет. Привет, Мур. Бобреночек мой. Бобреночек мой. Что тебе так и так, ну, тебе, ты вот высоты, смотрю, не боишься, да? Тебе нравится панорамное остекление. Енот таки решил познакомиться с бобром. Только не очень прям напористо. Ты решил Пуму плотину там сделать или что? Зачем тебе туда? Никогда его окно это так не интересовало. Ты куда, господи, бежишь? Так и меня испугал. Видели, конец, как бобр бегает? А ты чего, пришла, чтобы тебя почесали? Всех чесать надо, да? Всех чесать надо. Ты на кого там ругаешься, все стоишь? Мур, на кого ругаешься? Ну, свинья. Ну, да, она подросла. Когда вы первый раз виделись, она была в несколько раз меньше тебя. Свинья такая бывалая, со швами, со всем этим. Забавно выглядит, конечно. Долго очень заживается. Все, несмотря на то, что все стянулось, все равно долго заживает из-за того, что жировой слой очень большой. О. Мне кажется, здесь каждый из животных иногда немножко в шоке от того, что происходит. И от разнообразия видового. Один клун не в шоке. Его вычесали, он красавчик, а еще все у него. Жизнь заиграла новыми красками. Да, пузяк? Такое так странное создание все же. Эта свинья, она была значительно меньше. Глаше после моего уезда понадобилось больше всего времени, чтобы меня простить и опять ко мне приехать. Зачем мне? Пришла к тебе кошка? Чтобы ко мне прийти. Она примерно неделю ко мне толком не подходила. Не давалась гладиться. Сейчас, наконец, сама пришла. Моя-то красавица. Глаша, скажи, почему Злата, походу, беременна, а ты нет? А? Вот твои течки, испаривания я видела, а ее нет. Как так получилось? Красивый закат очень. Глаша, радость наша. Кошка на машине. Ты же моя красотка. Ты решила, что материнство не для тебя, да? Ну ладно. У них сегодня какая-то долгая тусня, потому что бобру обычно быстро вся эта история надоедает, и он спускается вниз. И коты сегодня... Ну, коты-то всегда чаще всего со мной тусят. А то, что здесь и бобр так долго, и свинья, и где-то тут даже енот. Я его слышу, но не вижу. У меня сегодня просто релакс-тайм. Вечер решила провести здесь с животными, всех нагладить, начесать, кто захочет. Алиса здесь любит тусить. Я решила, что больше сейчас не буду не читать ничего. То есть ничего, такой-то читабельный месяц получился. Прочитала 4 книги сразу. У меня что-то прям... Да. Я поняла, что очень много времени это занимает. У меня также, почему я не смотрю сериалы и не играю ни в какие игры? Потому что меня это затягивает, поэтому я этого не делаю. С книгами та же самая история. Могу долго не читать, потом начинаю читать, я просто погружаюсь во все это занимает много времени. Поэтому сейчас у нас просто тусня здесь, с животными. Все получают внимание, кто хочет. Ты тоже ко мне? Приходи, давай. Холли.
Да, ты же моя хорошая, оттаяла наконец. Я уж думала, все в дикарку превратилось. А нет. Так, кто-то бежит, значит, где-то здесь енот. Да. Закат все ярче и ярче. Так, бобр опять пошел со свиньей знакомиться. Так, шпик, это, конечно, боевая, но он тебя еще не трогал. Все, надоело. Нет? Злится, смотрите, как хвостом злится. О, здравствуйте, Тимофей. Вы что-то отсутствовали у нас на нашем празднике жизни, а? Ой. Шпика с Тимофеем никак контачить не хотят. Гоняют друг друга. Вот здесь. Ага. Я хочу глядеть. У тебя хвост вообще останавливается, свинтус, а? Что это за хвостик приплюснутый? Он останавливается вообще? Ой, довольная. Ой, довольная. Я хочу... Ну, просто наиграется просто.